Всем привет! Маленькое ночное видео у меня. Я обещала рассказать про мастер-модель. На что я маленькое отступление сейчас сделаю, про что я бы хотела сказать. Невозможно знать все, и я не знаю все, и у меня нет кукольного образования, у меня нет художественного образования. Я делюсь с вами тем, что я знаю. Я с вами делюсь тем, как делаю я. Или как, ну, как я придумала, или как я где-то научилась, или как я где-то прочитала. Сейчас в сетях очень много различной информации. Может, я где-то собираю ее в одно целое, компоную и преподношу это вам. И я знаю, что многие из вас знают больше, чем я. И я очень рада, когда вы делитесь этим в своих комментариях под моими видео. Единственное, у меня просьба делать это достаточно по-доброму, то есть не умничать, а просто если вы хотите что-то подсказать или поделиться, делитесь. Это читают люди, это читаю я, мы будем знать больше, мы все будем знать больше, это очень-очень приятно и полезно. Еще что хотела сказать, отзывы. Я получаю сейчас огромное количество отзывов ваших. Благодарных. Я получала на выставке огромное количество теплых слов. Мне очень приятно, и я сейчас понимаю то, что все, что я делаю не зря. Потому что чем больше я даю, тем больше я получаю в ответ вашей любви. Мне очень приятно, то есть я даже не ожидала, что мой канал будет настолько... Ну, вообще не ожидал, в общем, того, что началось, и количество подписчиков уже такое большое. Спасибо вам огромное за то, что вы со мной, спасибо вам огромное за то, что вам интересно. Мне очень приятно быть полезной вам, мне очень хочется, чтобы в нашем мире было как можно больше счастливых людей, творческих, которые, если это, пусть это не будет вашей основной профессией, но это будет приятным, любимым хобби, это будет время, проведенное в счастье, то есть пусть будет в этом мире больше красоты, больше счастья и больше счастливых людей. Спасибо вам всем за то, что вы со мной. Это не по теме, 2,5 минуты, ну а дальше начнется по теме. Я не знаю всего, я не художник, я уже говорила. Может быть, я делаю, ну не может быть, а я делаю ошибки в некоторых словах. Я не знаю всех тонкостей. Если я не знаю, значит, узнаю с вашей помощью, либо без вашей помощи. То есть мы все узнаем. Это уже наговорила, чего-то лишнего не обращать внимания, я просто устала. Но, в общем, смысл в том, что если я что-то говорю неправильно, не судите меня слишком строго, потому что я не могу знать реально все. Так, значит, когда я только начинала, я проходила курс интерьерной куклы у профессионального художника, и стоял вопрос про тираж. Что такое тираж и что такое кукла в единственном экземпляре? И она мне сказала, ну это не я придумала, то есть это мне сказал профессионал, что до 5 кукол это кукла в единственном экземпляре. То есть если 5 кукол на весь мир, то можно еще писать кукла в единственном экземпляре. Я не знаю... Может, я где-то с этим согласна, может, не согласна, но в каком случае это может быть? Предположим, вы делаете фарфоровую куклу. Для того, чтобы сделать фарфоровую куклу, вы сначала ее делаете мастер-модель, о которой я скажу чуть позже, а потом делаете гипсовые формы, потом отливаете эту куклу из фарфора, потом запекаете, делаете первый обжиг, потом доводите до ума второй обжиг, потом каждый слой тоже закрепляется обычно в печи, то есть это процесс очень трудоемкий и очень сложный. И куклы, вот те же куклы из фарфора, я думаю, в количестве до 5 кукол, можно сказать, что это куклы в единственном экземпляре, потому что они все равно получаются немного разные. Можно ли это сказать про полиуретан, не знаю. Ну, то есть это такое мнение профессионала. Я не знаю, соглашаться с этим, не соглашаться, или кукла в единственном экземпляре, это такие есть кукла в единственном экземпляре, но, в общем, как-то так. Значит, варианты тиражирования. Тиражи могут быть абсолютно разные, там может быть 5 кукол, 10, 15, 20, это все зависит от того, что вы хотите, как вы хотите. Предположим,
можно сделать тираж из полиуретана вообще не лимитированным. Можно сделать тираж лимитированным, там, допустим, 10 кукол. То есть вы пишете лимитированный тираж, 10 кукол, либо 15-20. Ну, то есть это все зависит от того, что вы себе, на что у вас хватит денег, или терпения, или силы, или материала, или вообще просто ваша идея такая. Сделать 20 кукол и все. Значит так, по поводу мастер-модели. Мастер-модель может быть из различных материалов сделана. Но если вы делаете мастер-модель под гипсовые формы, делать можно даже из пластилина мастер-модель. Гипсовые формы делаются обычно для фарфора и для флюмо. То есть это литьевые такие, вот если это фарфор, это фарфор, и флюмо – это литьевой пластик. Неправильно говорить про флюмо, это многие говорят, неправильно говорить, что это холодный фарфор. Да, технология немножко похожа, но совсем немножко, только потому, что вы снимаете гипсовые формы. Вы снимаете гипсовые формы и отливаете деталь. Если вы снимаете гипсовую форму и отливаете вот фарфор или флюмо, тогда ваши детали, вот если вы делаете куклу БЖД, они должны быть полые сразу. Там уже ничего не сверлится. Ну, хотя флюмо, наверное, можно сверлить, но нежелательно, потому что, скорее всего, будут трещины, оно лопнет. А может быть, если оно хорошо застыло, можно какие-то элементы, я думаю, можно сверлить. А фарфор сверлить нежелательно. То есть вы, когда слепили мастер-модель, сняли гипсовую форму, отлили, достали. А фарфор сам по себе очень хрупкий и мягкий. Его еще дорабатывают, его шлифуют перед тем, как сделать уже финальный обжиг. И еще раз скажу, что для фарфора и флюмо это может быть любой материал использован, вплоть до пластилина. Очень часто лепится пластилин, потому что потом у вас есть возможность доработать уже в дальнейшем. Конечно, фарфор – это очень трудоемкий процесс. Естественно, там много кукол вы не сделаете в любом случае, потому что это достаточно сложно, поэтому и цена на фарфоровые куклы такая. То есть цена начинается, ну, наверное, от 1500, 2500, 3000, 5-6. Ну, то есть фарфоровые куклы – это куклы сложные, то есть они трудоемкие. Недавно разговаривала тоже с художником профессиональным, она говорит, что фарфор, жизнь фарфора где-то до 300 лет. Не знаю, я не интересовалась этим вопросом, но вот мне стало интересно, сколько же живет полиуретан, то есть насколько, сколько продолжительность жизни его. Ну, так как это материал новый и современный, наверное, гораздо дольше будут жить эти куклы. Будем засорять планету полиуретаном, наверное. Надо будет узнать или самой почитать, прям интересно стало. В общем, что еще? Про флюмо я тоже рассказала. Флюмо это он в банках идет, он тоже литьевой. Вы когда отливаете форму гипсовую, снимаете, он еще такой мягенький, вы даете ему какое-то время застыть, и потом его можно дошлифовывать, дорабатывать. Достаточно интересный материал, приятный на ощупь. Если вы планируете снимать формы силиконовые, то пластилин здесь уже не подходит. То есть это может быть мастер-модель, может быть сделана либо из самозатвердевающих материалов, либо из запекаемых материалов. То есть это все варианты, потому что силикон не любит серу. Мастер-модель, которую вы делаете под силикон, не должна содержать серу. В пластилине, наверное, в каком-то есть сера. Ну и когда снимаются силиконовые формы, силикон, он повторяет любые мелочи, которые, ну, какие-то неровности. Он повторяет даже текстуру самой куклы. То есть, когда вы возьмете в руку, если вы не дошлифовали или не догрунтовали, он повторит все. То есть, силикон любые ваши огрехи повторяет. Поэтому, когда вы делаете мастер-модель для полиуретана, необходимо довести эту мастер-модель до идеала. То есть она должна быть просто идеальной. Вы должны ее слепить, отшлифовать, загрунтовать, отшлифовать, загрунтовать, отшлифовать, загрунтовать, отшлифовать. Она будет просто бомба. И еще очень хорошо, когда вы, допустим, вот уже
закончили мастер-модель, она у вас идеальная. Вы берете и в конце покрываете финишным вот этим матовым лаком. Тогда текстура вот поверхности куклы будет очень приятной на ощупь. Это то, что мне говорили мастера, которые отливают из полиуретана. Сейчас, на сегодняшний день, варианты отливки из полиуретана чаще всего этим занимаются специальные люди. То есть они узконаправленно отливают. Естественно, можно это делать и в домашних условиях индивидуально каждому мастеру. Но там возникают особые сложности с полиуретаном, надо знать технологии. Но, в общем, для кукольника нет ничего невозможного, все можно. Все можно сделать. Есть в Москве литьевые услуги, есть в Санкт-Петербурге, есть хорошая мастерская в Челябинске. В Украине на данный момент этот вопрос еще не... Ну, такое, практически не у кого тут делать, поэтому это было востребовано, и мы сейчас занялись своим производством полиуретана, еще есть разные моменты, но мы работаем над этим. Для того, чтобы отливать полиуретан, там есть, вот, допустим, покупаете, когда американский полиуретан, есть прям полиуретан, который написан для домашнего творчества. Ну, как бы там ни было, достаточно сложно, потому что есть... Высокий риск образования пузырей, это считается, ну, браком, в общем-то, образование пузырей. И когда, ну, когда вы начинаете шлифовать пузыри, они все равно остаются, то есть маленькие ямки на поверхности полиуретана. Для того, чтобы отливать полиуретан, желательно иметь вакуумную камеру и желательно иметь камеру высокого давления для того, чтобы эти пузыри выдавливать из полиуретана. Есть еще способ такой, я лично не видела, и просто я когда эту тему мониторила, я смотрела, такой ротационный способ, там придумывают целые установки, когда залиты в силиконовые формы полиуретан, начинают там, прям там крутится, вертится. В общем, вариантов есть, и варианты много, и отливает кто-то сам, или отливает кто-то на заказ, отливает достаточно дорого кукол, потому что материал, себестоимость материала достаточно высокая. Но чем хорош полиуретан, он очень прочный. То есть вы можете потом этой куклы, эта кукла становится игровой. Это на самом деле очень круто, когда вы не боитесь куклу разбить или сломать. И... Ну, то есть там, да, повреждается роспись. Вот, допустим, если вы полиуретан берете, расписываете, и затем закрепляете финишным лаком, то царапать эту куклу или там сильно и лозить по ней чем-то нельзя, потому что есть такой, ну, как-то, господи, я слова все позабывала уже. Устала чуть-чуть я. Есть высокая вероятность того, что поцарапается ваша авторская роспись. Вот, вот это я хотела сказать. Если у вас будут еще какие-то вопросы, вы меня спрашивайте, потому что я могла забыть сегодня рассказать вам. Что еще про мастер-модель, девочки? Значит, полиуретан. Вы, когда делаете мастер-модель под полиуретан, вы делаете, как вы поняли, уже идеальные поверхности, вы делаете идеальные шарниры, приемники, идеальные шарниры. Потому что вы, допустим, сделали мастер-модель, собрали, сделали пробную сборку, посмотрели, как работают шарниры. Шарниры работают красиво, вам все нравится, все идеально. Тогда вы отдаете, вот прям в этом виде вы отдаете в мастерские, где вам отливают. Когда отливают, берут вот эти именно полости, которые вы оставляли для того, чтобы собрать куклу, их залепливают пластилином, оставляя при этом ваш шарнироприемник, ваш шарнир, то есть все основные ключевые моменты, которые должны быть, оставляют, то есть которые вы лепили, трудились, подгоняли, они должны оставаться в том же виде, в котором, ну, в котором сделали вы, поэтому залепливается только... Вот, допустим, если это нога, в ноге залепливаются эти дырочки внутри. И затем люди, которые отливают из полиуретана, у них есть такая услуга. Некоторые из них высверливают эти дырки, некоторые мастера не хотят, потому что стоит дополнительных денег, сверлят сами. Полиуретан достаточно жесткий материал. Нужно иметь фрезер свой для того, чтобы его сверлить. Много пыли очень мелкой. Ну, в общем, если есть возможность, чтобы это сделали специально обученные люди, пусть это делают специально обученные люди. Ну, в общем, наверное, все, что я хотела сказать про мастер-модель. Если я что-то забыла, еще раз говорю об этом, спросите меня.
Я отвечу. Полиуретан. Прекрасный материал полиуретан. Я где-то слышала, что он еще под воздействием ультрафиолетовых лучей может менять цвет. Этот добавляют разные ультрафиолетовые добавки для того, не ультрафиолетовые, а добавки для того, чтобы полиуретан не менял цвет. То есть об этом тоже нужно обязательно спросить людей, которые отливают, уточнить этот вопрос, чтобы не было потом никаких сюрпризов. В общем-то, наверное, все. Про полиуретан, про полиуретановые формы мастер-модели. Силикон бывает разный. Силикон бывает, допустим, из которого можно сделать 20 кукол, и бывает силикон, из которого можно сделать 50 кукол. Формы обычно оплачиваются отдельно. То есть, когда вы берете, отправляете мастеру, мастер сначала снимает формы, вы их оплачиваете отдельно, а потом каждая кукла стоит там отдельных денег. Я так понимаю, чем больше тираж, тем дешевле цена. Ну, наверное, все. Я немножко была уставшая, поэтому могла что-то забыть. Поэтому, если я все-таки что-то забыла, спрашивайте или пишите, добавляйте, комментируйте, лайкайте. Чем больше вы лайкаете, тем больше людей видит эти видео. И еще раз хочу сказать большое спасибо за то, что вы со мной. Я там, меня просили показать, как лепить нос, я обязательно покажу. Ну, в общем, по возможности буду показывать. И, естественно, мои видео не исключают, совершенно не исключают того, что если вы хотите этим заниматься, нужно брать живые мастер-классы. Потому что, когда вы лепите, делаете что-то по видео, вы застреете в своих ошибках. То есть вам некому показать на вашу ошибку. Я видела на ярмарке мастеров такая услуга. Дать критику на мою работу. То есть там за деньги можно даже такое сделать. Но может такое сделать, как вы думаете, сделать такое или нет? Мне вообще присылают очень много своих кукол, которые были слеплены по моим мастер-классам. Вообще мне очень приятно, что вы делаете, и что вы со мной делитесь, и что вы благодарите. И чем больше я получаю вот такую обратную связь, тем больше мне хочется для вас делать. Спасибо вам большое, что вы со мной еще раз. Всего хорошего, спокойной ночи сегодня.